Всем привет! С вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volvo V60. Ремонт левой стороны. Машина ко мне приехала уже в полуразобранном состоянии. Снято крыло, установлены донорские двери. Разбираю. Машина разобрана, могу приступить к ремонту. Первым делом вытяну крыло заднее, затем среднюю стойку, низ, ну и после этого переднюю стойку. Тянем, потянем. Теперь привожу в порядок среднюю стойку. Размеры смотрю на здоровой стороне. Итак, стойка вытянута до нужных размеров. Теперь можно поработать с поттером.
Итак, среднюю стойку я закончил. Теперь можно приступать к ремонту передней стойки. Первым делом делаю необходимые мне измерения и затем вытягиваю. Для облегчения труда из верхней части лонжерона вырежу мятый кусок. Равняю его на столе, при этом сравниваю с правой стороной. С этим куском я закончил и теперь продолжаю ремонт кузова. Теперь здесь все в порядке, я могу приварить удаленный кусок. Переднюю стойку я тоже закончил. Приступаю к замене заднего крыла. Удаляю поврежденный металл. Крыло буду брать с донорского куска. Беру только то, что мне надо. Примеряю заднее крыло, выравниваю места стыков, вариваю железные вкладки в места стыков, затем устанавливаю
крыло прикручу его саморезами. Устанавливаю задний фонарь, затем заднюю дверь и проверяю зазоры. Зазоры в порядке, могу сваривать. Снимаю заднюю дверь и привариваю крыло. Итак, сварочные работы закончены, сварные места зачищены, устанавливаю задние двери. Зазор между дверьми и крылом ровный, хороший. Зазор между передней и задней дверью тоже одинаковый. Устанавливаю все остальные части сзади. Теперь скручиваю перед, установил переднее крыло. Теперь корректирую капот, он будет немного подмять с этой стороны. И затем устанавливаю фары и бампер. Итак, работа с металлом закончена. Работа эта заняла 5 рабочих дней. Снимаю со стенда и отдаю машину хозяину. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!